Здравствуйте, дорогие мои, все те, кто зашел ко мне на канал. Скоро Новый год, и нам нужно с вами сделать оберег на целый год для своей семьи, для своего дома. Я сегодня поделюсь с вами вот таким оберегом. Я сегодня пошла на Днепр, вот нарвала, посмотрите, видите, веник какой. Это ива. Вам понадобится или ива, или же верба. А еще лучше, если у вас сохранилась верба с вербной недели, с вербного воскресенья, то будет еще лучше. Но поскольку у меня нет такой вербы, я пошла на Днепр, и там много растет у нас ивы, вербы, и я нарвала вот такие вот веточки. Итак, сейчас мы приступим. Так, что же мы будем делать? Прежде всего, дорогие мои, я сейчас вот положу сюда. Я хочу вам сказать. Вот, посмотрите. Это вот такой оберег мы с вами будем делать. Каждый, кто захочет сделать такой для себя, свою квартиру, чтобы защитить свою семью от порчи, с глаза, от безденежья, чтобы здоровье было. Короче, тут все-все-все такое, которое приносит добро и плохое отгоняет. Это у меня прошлогодний оберег. Вот. Я буду себе делать оберег, и вы точно так же за мной будете поспевать и запоминать, что нужно сделать для этого. Что нам понадобится для этого? Прежде всего, нам понадобится, я уже сказала, верба или ива. Дальше, нам понадобится 4 материальчика. Это красный материальчик, желтый, потом зеленый и фиолетовый. Потом я вам дальше расскажу. Я уже делаю такой оберег, 2 раза уже делала, 2 года подряд. Хотя там, где я услышала, как это делается, это наши экстрасенсы делали. Мальфарка Магдалена рассказывала, что он очень-очень хорошо действует для дома и для всей семьи. И действительно, я соглашусь с ней. Вот. И теперь я хочу поделиться с вами. Итак, приступим, дорогие мои. Этот оберег лучше всего делать или же перед Новым годом, или же лучше всего делать перед Старым Новым Годом, когда есть праздник Миланки с 13 на 14 января. Ну, мы будем сегодня делать, поскольку, почему? Потому что если я буду делать потом позже, вы тогда не успеете собрать то, что нужно для этого нашего оберега. Итак, прежде всего мы берем веничек. Сейчас я возьму вот у меня секатор или ножнички и хорошенечко обрежу, сделаю форму нашего веничка. Ну вот, дорогие мои, посмотрите, я здесь обрезала ровненько вот здесь вот края и здесь ровненько обрезала, чтобы у нас веничек был красивый. Вот, вы можете делать маленький, можете побольше, можете большой, у кого какое желание. Итак, этот веничек вербовый или ивовый мы отрезали, сделали все. Теперь мы его отложим аккуратненько. И нам сейчас понадобится, посмотрите, нам понадобятся нитки, чтобы связать наш веничек. Нам понадобится красная нить и зеленая нить. Лучше всего делать, если есть у вас нитка мулине. А если нет, вот у меня нет мулине, я всегда вот уже 2 года подряд делаю себе такой оберег. Делаю шерстяной ниточки, вот красная ниточка и зеленая. Дальше. Что мы делаем дальше? Вот берем красную нить. Берем красную нить, и вот у нас ручка, да? Мы должны 10 раз вот так вокруг ручки намотать. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Всю. Отрезаем. Вот у нас, вот мы намотали 10 локтей. Цифра 10, оказывается, имеет очень хорошее магическое влияние, защиту магическую. То есть, если мы намотаем 10
локтей, и будет у нас 10 тут метров. Не метров, но 10 локтей, короче. Тогда эта цифра 10, она отгоняет весь негатив из дому. Дальше. Берем зеленую ниточку, и также мы наматываем вот так на локоть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все, тоже обрезаем. Вот у нас получилось. Здесь у меня 10 локтей, и здесь 10 локтей. Теперь мы возьмем каждую и раскрутим. И сделаем из них только два конца. Вот мы берем, раскручиваем осторожненько, чтобы не запуталась ниточка. Мы берем два конца, которые первый конец и второй конец. Вот мы сейчас, смотрите, дорогие мои. Вот один конец, и вот я беру второй конец. Вот два конца у меня. Ой, упал! Чего ж ты падаешь? Так, ой, старость не радость. Так, вот берем. Вот у нас. Вот один кончик и второй кончик. Сейчас мы возьмем вот так вот и узелочек завяжем сюда. Раз, чтобы он не путался. Дальше. И также мы берем красненькую ниточку. Делаем из того, что мы 10 локтей намотали, делаем просто две ниточки. Вот два конца мы соединили узелочком. Берем теперь зелененькую ниточку. Вот она, зеленая ниточка у нас. Где у нас тут? Вот узелок. Вот узелок и вот узелок. Мы теперь возьмем и из них вместе соединим эти 4 ниточки. У нас получится 2 зелененьких и 2 красненьких. Теперь мы вот так вот натягиваем, натягиваем, натягиваем сюда, сюда до конца. И получается, мы отрезаем вот так вот зелененькую и отрезаем красненькую ниточку. Тут у нас получилось больше, потому что это толще ниточка, а это тоньше ниточка. Ну, она нам не нужна будет. Мы потом ее отрежем вот так вот, эту зелененькую. Все. Теперь что мы делаем дальше? Теперь дальше мы будем плести с вами косичку. То есть берем красная ниточка. Это будет очень тяжело эти косички плести. Получается так. Чтобы не запуталась, одна вот сюда вот красненькая идет, сюда, справа, она длинная, вот здесь вот идет зелененькая и красненькая. Посерединке будет, получается, одна здесь ниточка, здесь две ниточки и зелененькая здесь. И теперь мы будем сплести с вами косичку крестиком. Как косичку мы деткам заплетаем. Вот. Раз, два, раз, два. Это будет долго. Ну, когда мы с вами будем эту косичку вязать, мы должны хорошее, у нас должно быть настроение и хорошие мысли. Допустим, богатство, достаток, деньги, здоровье, машина, квартира. Ну, все-все-все. Так пока не сплетете косичку, вы будете все время говорить хорошие мысли. И это вам очень поможет. Потому что получается, когда косичку мы плетем, тут получается крестик. А крестик-то защищает от всего плохого и дает только хорошее. Ну вот, я буду плести косичку, когда заплету косичку, потому что это очень долго. Вот, и тогда мы с вами... Ну вот, дорогие мои, вот я сплела все эти 10 метров. Это очень хлопотно. Но постарайтесь, для того, чтобы не запутывалось, вы привяжите, я привязала к крючочку, и серединку я две вот эти ниточки вместе связала и перекрутила, и потом легко вязать вот эту вот нить. Дальше, что мы делаем дальше? Так, берем уже обрезанный веничек, вот у нас веничек, и теперь мы этот веничек, как метлу вот здесь вот, возьмем вот этот кончик один, вот он кончик, и мы будем вот так вот, так, вот так вот, тут неудобно, вот так вот вязать, друг возле дружки, вот так вот, смотрите, вот, друг возле дружки, чтобы он не развалился, вот так вот, три, четыре, ну, столько раз, чтобы не развалился веничек, четыре,
5, 6, вот, 7, так тугенько, 7, 8, всю ниточку не надо. А вот мы как чувствуем уже, что он держится, что он не развалится, веничек, тогда мы сейчас завяжем. Так, вот, смотрите, держится уже, хорошенечко держится. Теперь мы вот кончик и этот кончик возьмем сейчас и завяжем с обратной стороны на узелочке. Так, завязали. Теперь мы это отрезаем. Что мы делаем дальше? Теперь мы должны наш веничек на три части завязать тоже этой же ленточкой, которую мы сделали, вот этой ленточкой. Мы сейчас на три части. Вот как мы сделаем. Смотрите. Делим на три части. О, Господи. Так. Берем на три части кусочек. Вот как веники вяжут. Сюда, вот смотрите. Раз. Мы здесь возьмем вот так, привяжем. Теперь серединку. Смотрите, теперь серединку сюда, тоже, чтобы держались эти три части. Так, сюда вот так вот, вот так вот. Не знаю, видно вам или не видно. Ну, вот так вот, смотрите, дорогие мои, с изнанки вам видно. Так, так, и теперь сюда же мы. Как бы восьмерочкой. Вот, о, хорошо получается у нас так. И сюда же. Вот так вот. Вот. И сюда же. Смотрите, дорогие мои, вот у нас что получилось. И в конце мы тут завязываем на вот здесь вот. Смотрите, как получилось. Вот, видите, получилось. Здесь мы сейчас завяжем. Вот тут вот, с обратной стороны мы завяжем и обрежем. А этот кусочек у нас будет идти, знаете, куда? Мы будем вязать тут мешочки. Ну, вот смотрите, какой большой у меня веничек получился. Ну, я думаю, что можно его и меньше сделать, этот веничек. У меня тот маленький, меньше можно сделать веничек. Ну, сейчас я сделаю меньше и приготовлю все, что нам нужно для мешочка. Итак, дорогие мои, мы продолжаем. Вот у нас остается вот такой кусочек. Мы его разделим на 4 части. Почему на 4? Потому что у нас будет 4 мешочка. В первом мешочке будет у нас пшеничка. Во втором мешочке у нас будет мак с солью. Третий мешочек у нас будет зверобой, трава. И третий, и четвертый мешочек у нас будут монетки. Итак, первый мешочек у нас будет красный. Вот я отрезала квадратный кусочек. Теперь, красный кусочек, красный материал, он всегда, это приносит всегда добро, это всегда благосостояние, вот это все хорошее. Значит, сейчас мы, вот я беру пшеничку, вот у меня пшеничка. Я насыпаю сюда пшеничку. Но, когда я насыпаю пшеничку, я должна, вот когда буду завязывать этот мешочек, я должна буду сказать такие слова. Ну, там на украинском языке, но я переведу. Вот мы насыпали сюда пшеничку, так берем, сворачиваем вот так вот наш этот мешочек. Вот так вот мы сделаем его, чтобы отсюда ничего не высыпалось. Вот видите, мешочек какой? Вот так вот. И будем завязывать этой штучкой. Вот когда мы насыпали, мы говорим: пусть хорошо сеется, пусть хорошо вродится, то есть урожай хороший будет, пусть хорошо вродится, пусть в доме всегда все водится. И вот так вот завязать. Завязываем. Вот мы завяжем его. Пусть хорошо водится, пусть добро водится, пусть в доме всегда все-все водится. Все. Вот мы завязали такой вот у нас мешочек. Теперь этот мешочек мы возьмем
и привяжем вот сюда на наш оберег, на нашу вербу. Так, смотрите, дорогие мои. Мы сейчас его привяжем, ну, сюда вот, допустим. Берем веточки, вот, да, чтобы не упали. Веточки у меня еще не сухие. У кого будет сухая верба, которая уже там с вербной недели, у тех будет тогда она сухая, и тогда вам будет легче вязать. А у меня она еще свежая, я только сегодня ее нарвала. Так, завязали на пару узелочков. Так, ой, и нелегкая эта работа из болота тянуть бегемота на добро, на счастье, на то, чтобы в доме всегда водилась еда, чтобы все было очень всего много, чтобы достаток, чтобы всего-всего и денег, и счастья, и еды, и всего-всего было хорошо. Вот, мы привязали этот мешочек. Дальше делаем мы второй мешочек. Второй мешочек у нас будет желтенький. Вот, желтенький кусочек я отрезала. Хочу вам сказать, что эти кусочки я специально купила новенькие в магазине, для того, чтобы все-все у меня здесь было новое. И вам советую все купить, чтобы в новом году все было новое. Итак, вот у нас желтый кусочек. Так, в желтый кусочек мы с вами будем насыпать монетки. Ну вот я сейчас, у меня монетки здесь есть. Какие есть у вас монетки? Желтые там? Белые монетки, ну вот у меня монетки. Я беру сюда в мешочек эти монетки. Вот, еще вот у меня монетка, вот. Больше нет у меня монеток. Все, я эти монетки тоже, когда положила сюда в кусочек, нужно сказать, на желтые, на монетки, это будет богатство. Желтый цвет – это богатство, деньги. И нужно нам тоже сказать, в мешочек нам сначала надо три раза вот так вот взять мешочек у нас, да, и три раза подуть. Ну, это так говорила знахарка. Подули, да, чтобы у нас приумножались эти монетки, чтобы их, этих монеток, было больше. Вот, и чем больше монеток будет, тем лучше. И сказать, чем больше, тем лучше. Пусть добавляется и не убывает. И не убавляется. Это я перевожу на с украинского на русский язык. Итак, три раза думали, а потом говорите, пусть чем больше, тем лучше. Пусть прибавляется и никогда не убавляется. Так же само мы берем вот этот вот, вот так вот, собираем этот мешочек, чтобы наши монетки не вывалились. Вот они. О-о-о, какие у нас, что больше, чтобы они у нас не выводились. Вот, и берем эту же поворозочку, которую это мы разрезали, и тоже раз, перевязываем так, связываем узелочком, чтобы не выпало ничего. Раз и два. И также мы сейчас сюда на наш веничек, вот на наш веничек, мы сейчас с вами привяжем этот желтый мешочек. Ну, мы его привяжем сейчас здесь вот, в серединку. В серединку его привяжем. Так, у меня такие ветки свежие, они такие колятся и глаза могут выколоть. Раз, привязали с изнаночки. И два. Все, дорогие мои, посмотрите. Вот у нас уже два мешочка здесь. Вот. Это у нас добро, это то, что у нас, чтобы все много всего хорошего было в доме, еды и всего достатка. А это деньги, чтобы они пребывали, пребывали и не убавлялись. Дальше мы сделаем третий мешочек. А третий мешочек у нас будет зелененький. И повторюсь еще, что у меня весь материал новенький. Так что пока еще не наступил Новый год. И этот же оберег можно делать и на старый Новый год. Пойдите запаситесь материалом новым, ниточками обязательно зелеными и красными. Купите пшеничку свеженькую, купите зверобой тоже хороший. Я на рынке купила свежий такой зверобойчик. Вот. И теперь мы будем сюда в зеленый цвет, вот у нас зеленый цвет, мы сюда
Это у нас что символизирует? Символизирует зеленый цвет здоровье, чтобы было все в доме, чтобы никто не болел. Понимаете? И сюда мы, в этот зеленый кусочек, мы сейчас насыпем зверобойчик. Вот у меня зверобойчик. Так, иди сюда, дорогой. Вот он, зверобойчик, который я купила. Он у меня очень красивенький такой, свеженький. Ох, пахученький. А мы знаем, что зверобой всегда отгоняет всякую нечистую силу, отгоняет все плохое, защищает человека от болезней, от всего плохого. И что же нам надо сделать? Это для защиты здоровья. 3 раза надо всыпать ложечкой. Или же брать вот так вот ручками. Возьмем 1, 2 и 3. Все, видите, сколько я насыпала? Боня, ты мне помогаешь? Кошка мне помогает. Зеленый. Поняли, дорогие мои, сказать? Как солнце своими лучами землю согревает, так и цвет зверобоя про здоровье пусть. Ну, нас тут дбае, чтобы беспокоилось. Как солнце своими лучами землю согревает, так и цвет зверобоя про здоровье думает, оберегает наше здоровье. Тоже мы берем так же, дорогие мои, вот берем снова так же, чтобы у нас не вывалилось это все. О, какой мешочек у нас хороший получился. Вот это наше здоровье. Это здоровье всей вашей семьи будет. Зеленый цвет и светофора, зеленый цвет всего хорошего, когда начинается рост деревьев всего. Это же зеленый цвет, это все новое, это счастье, это здоровье, это чтобы у всех было хорошее-хорошее здоровье. Вот. И мы этот зеленый, зелененький мешочек тоже привязываем. Так, а ты иди на место, зверобойчик. Вот, у нас уже 2 мешочка. Сейчас мы привяжем сюда рядышком, вот на 3-й кусочек. Так, привязываем. Так, сюда и сюда. Вот мы сюда привяжем наш 3-й кусочек. Мне тут развернуться негде. Везде у меня чашечки, у меня везде все то, что мне нужно привязывать. Так, ну вот мы привязываем 3-й тоже. Ух ты ж и колючая какая верба. 1 и 2. Смотрите, вот у нас Боня. Давай, помогай мне. А ты тут сиди, тут же у меня моточки. И ей хочется смотреть. Смотрите, вот у нас уже 3. 3 мешочка. Здоровье, достаток, богатства и деньги, денюжки. Теперь у нас будет 4-й мешочек. А 4-й мешочек у нас будет сиреневый. Ну, я вот смотрю, что на ноутбуке у меня цвет меняется. Но это сиреневый у меня, сиреневый кусочек. Ну вот, мы взяли этот сиреневый кусочек. И знаете, что мы будем сюда насыпать? Мы сейчас сюда насыпем. Вот у меня здесь соль и мак. Соль и мак. Соль боятся всякие ведьмы, всякие колдуны. Вот всякая плохая энергетика. Вот. А смесь соли и мака очень сильная, эта смесь. Это очень сильная энергетика. Это мак и соль. Защитит от всякой нечисти. Кто хочет зайти к вам в дом, никогда не зайдет. А если зайдет, его будет там трясти, колотить, если он с плохими мыслями зашел. И вот, что нам надо сказать. Вот когда мы все это сделали, перемешали, теперь, когда мы будем мешочек насыпать мак с солью, надо сказать, как соль с маком, а мак с солью больше не сойдутся, так же ни одна порча, нечисть и несчастье моему дому никогда не коснутся. Да будет так. Высыпаем. Так. Дальше мы берем так же этот мешочек, собираем так же, как и те мешочки. Ну вот, видите, мы собрали. Вот. Сделали.
И последний кусочек у нас. Вот мы последний кусочек тоже завязываем. Это очень сильно... Боня, не мешай мне! Это очень сильный энергетический мешочек, который избавит нас. Боня! Который избавит ваш дом, всех ваших родственников, всю вашу семью от всякого негатива, от порчи, от сглаза. Короче, от негатива, от плохого человека. Вот пришел человек, сосед какой-то, а он такой плохой. Он глянул на это, а мешочек раз его и отгонит. Все, берем наш мешочек и привязываем. Ну, мы привяжем вот здесь вот уже, возле этого. Посередке мы здесь привяжем его. Ох, хо-хо-хо-хо, давай сюда иди. Ой, сюда и сюда. Привязали мы. Ой, сейчас я вам покажу. Мне тут так неудобно. У меня ж тут всего очень много и верба, и ж тут все у меня. Завязываем тоже. Так. О! Смотрите, дорогие мои. Вот у нас эти мешочки. Вот у нас 4 мешочки. Здоровье, деньги. Это от порчи от всякой, от сглаза, от всего плохого. Вот. Ну, а этот у нас очень энергетический мешочек. И вот, когда мы сами сделаем своими руками, каждый человек внесет свою душу сюда. Именно для своей семьи. И вот когда вот эта ж мальфарка эта, она говорила, что если человек будет сам делать такой оберег, он будет очень-очень энергетически сильным и очень будет помогать вашему дому. Так, что же нам еще осталось? Вот у меня старенький, тот, что прошлогодний, но он еще у меня хороший. А вот у меня новый, этот больше у меня по размерам. Этот маленький, у меня в прошлом году была маленькая верба, а это я сама нарвала очень хорошую вербу. Итак, теперь мы возьмем булавочку. Булавочки я тоже купила новые. Обязательно. Старые не годится. Потому что старые булавки, мы уже там, куда их там везде прикалывали. Ну вот, смотрите, вот большая булавочка у меня какая. Вот мы ее открыли. Теперь мы повесим на любой кулечек. Можно на любой мешочек повесить. Ну, мы сейчас повесим вот на вот этот мешочек, там, где отгоняет всякую нечисть, мы повяжем головкой вниз, чтобы весь негатив уходил в землю. Посмотрите, дорогие мои, вот так вот. Теперь мы должны повесить сюда вот что еще. Вот осталось у нас маленькие штрихи. Вот у нас чесночок. Если у вас есть чесночок с хвостиком, даже лучше. Но я сегодня в магазине купила этот чесночок, для того, чтобы он был свеженький и такой тверденький. Вот. Это, знаете, для чего чеснок? Чеснок для того, чтобы воры не обокрали дом. Нужно два штучки. Чесноком защищается чесноком от воров, от всяких злодеев. Поняли? И мы чесночок этот будем вешать головкой вниз. То есть вот этой головкой вниз. Ну вот, сейчас, как мы его привяжем? Тоже мы сейчас привяжем, этой ниточки у меня уже нету, но мы сейчас, вот у меня красная ниточка, я сейчас оторву маленькую ниточку, кусочек ниточки, и, так, где у меня тут... Ну ладно, мы так кусочки оторвем, уже не буду ваше время занимать. Вот два кусочка. Так. Все, берем чесночок и привязываем. Но если я еще раз хочу вам повториться, если у вас будет возможность с такой вот с хвостиком с большим, это еще лучше. Он держаться будет, тогда хорошо можно привязать его, этот чесночок. Вот. А поскольку в магазине не продаются такие, поэтому
Я чесночок сейчас, вот я завязываю. Ой, дорогие мои, вот я завязываю чесночок один. И второй также завяжу чесночок. Вот я беру этот чесночок и также красной ниточкой я завязываю, чтобы он не упал. Вот так вот. И у нас уже это чеснок от всяких злодеев. Вы можете свободно уезжать из квартиры, и к вам никто не заберется в квартиру. Никто не обворует вашу квартиру. Вот, вот это чеснок вот такую роль играет в этом обереге. Все, теперь вот наш оберег. Так, мы привязываем сюда чесночок. Вот один. Так, вот я привязываю сюда вот один чесночок. Сейчас я обверчу тут вокруг этих веточек. Вот так вот, чтобы он не отвалился. И сюда, и здесь, с этой сторонки, тоже мы привяжем. Воры никакие не заберутся к вам в дом. И злодеи всякие, и всякие плохие люди. Ваш дом будет охранять этот чеснок. Недаром же чеснок от всяких там вампиров, от всяких там, от всякого зла, короче. Так, я не обрываю эту ниточку. Всю, дорогие мои. Вот у нас вот такой оберег, сделанный своими ручками. Еще раз хочу вам напомнить, что для того, чтобы сделать такой оберег своими руками, вам понадобится 4 ткани: зеленая, красная, желтая и фиолетовая. Вам понадобится нитка. Нить красная и зеленая. Понадобится вам зверобой трава. Понадобится пшеница. Понадобится мак и крупная соль, и чесночок, и новая булавочка. Все, дорогие мои, желаю вам, чтобы у вас получился хороший оберег, который будет оберегать вас от всякого зла, от нечисти, от плохих людей. Этот оберег будет в дом и мне, и вам приносить достаток, благополучие, богатство, здоровье и все-все самое хорошее. И еще, или же вы делаете этот оберег перед Новым годом, и потом, вешаете вы так вот, или на входную дверь, со стороны квартиры, или же на стенку, чтобы когда человек чужой заходит, он видел ваш оберег. Или же делается этот оберег еще на Миланку с 13 на 14 января. Все, дорогие мои, желаю вам всего самого хорошего. Пусть такой оберег оберегает и меня, и вас, и всех хороших людей. До свидания, с наступающим новым 2021 годом. До свидания. Всем-всем счастья!